Всем привет, с вами Мисса Лайт, и этот влог будет насыщен моими фотосетами, которые прошли вот в июне, так что погнали! Чувство, когда приехала, вроде опоздала, а вроде раньше фотографа. Я вот сижу, скучаю тут одна, и что-то мне становится жарко, хотя было прохладно, я такая, блин. В итоге вот такие дела. Но буду его ждать, чё. Знакомьтесь, это мой фотограф на сегодня. Вот. У нас немножко проблемы с техникой. Ну, короче, в принципе, все как обычно. Жизнь проблемы. Намана. Главное, что ты приехал уже хорошо. Доехал, по крайней мере. Вот. Мы уже немножко поснимали. Тут так ничего, красивенько. Да. Хотели в одном месте, фотоем в другом. Ну, почему бы и нет? Тут даже достаточно клёво. Ещё я плюнула на шлейф, который я брала с собой. И вообще все пошло не так, как я планировала. Но это даже может к лучшему, потому что шлейф немножко недоделанный. Так что, ну его нафиг, если честно. Лучше пусть так тогда. Простенько, но со вкусом. Ну что, идем? Смешно, да? А вот ничего смешного нету. Да, потому что у нас немножко камера решила умереть. Чуть-чуть совсем. Вот прям совсем немного, и мы пойдем попробуем кое-какую махинацию с моей этой картой памятью и посмотрим, что получится. Я надеюсь, все получится. А то у этого человека фотоаппарат слишком вредный. Да, решили проблему, и кто-то преобразился, да? Кавайи. А у нас-то все по плану пошло. И я даже все-таки надела шлейф. Так что все-таки пошло все по плану, как планировалось. Просто что-то карта памяти тупила, поэтому поставили мою, и с ней все хорошо. Поэтому сейчас у нас съемка идет, и это радует. Я потом, скорее всего, такая вся красивая, пойду еще в школу. Нормально. Но ничего. Так что такие дела. Loneliness finding back again seems to be like it never ends. Александр, ну что, как все прошло? Шикарно все прошло, замечательно, изумительно, волшебно. Конфетка персик. В общем, да, я уже переоделась, сгоняла в школу. Короче, еще задача ли завтра идти. Но я не иду, потому что у нас репетиция медалистов будет. Так что вот. Так закончился мой сегодня день. У меня еще, походу, один фотосет будет, и он будет дальше, я надеюсь. Так что оставайтесь с нами. Это второй фотосет. Сегодня идет дождь, и я надеюсь, нас он никуда не сметет, потому что ёшкин краб, но вечно все вовремя. И это магнет, наконец-то, мы его очень долго откладывали, очень долго делали, и наконец-то у нас магнет. Сейчас я жду фотографа, на этот раз это любимый Себастьян, она уже была в нескольких моих видео, обязательно смотрите их. А Гакупа я не скажу, кто будет. И это секрет. Ну, хотя вы Гакупа, в принципе, уже видели тоже в новогоднем видео. Я оставлю подсказочку вот здесь наверху, так что обязательно посмотрите. Это было очень весело. А сейчас я всех ожидаю. Здравствуйте, Гакупа. Мы наконец-то встретились. Мне нечего тебе сказать. Окей. В общем, это влог. Вот мы пришли на примерное место. А это наш фотограф. Мне так нравится. Да, потому что еще это не точно, что мы тут фототься будем. Ну, самый гламурный у меня пакет с радиками. О, да. Это самое прям... Самое прекрасное, что только здесь есть. Это лучшее, что я могла принести. Да.
кроме мыши. Наконец-то я тоже в образе, и вот мы тут сейчас будем фототься, да. Вообще, кого-то тебе не терпелось с него переодеться. Знаешь, как я давно в Мику не была? У меня месяц парик был у девятой. Привет, девятая! Начала я, значит, в сумку залазить. Я поняла, что я Юру потеряла. Юрочка. Блин, как я без Юрочки жить буду? Нет, я Юру потеряла. Это катастрофа просто. Юру потеряла. Я потеряла Юру, у нее трагедия. Что? Да, с кем я буду теперь путешествовать? Не знаю, Настюшка, вообще. Так вот, второй день фотосетов у меня закончился. Это было нечто. Да, я надеюсь, там будут хорошие фотографии, но они будут. Мы облобызали ликерку. Да, мы все место просто оползали, больше никак это не назовешь. В общем, через несколько секунд будет третий фотосет, так что вот тут давайте, ждите, бегом, 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 бегом! И нет, этот день, видно, не закончится так плохо, как я думала. Юра оказался дома! Ура! У меня Юра дома! Я очень счастлива на самом деле, потому что я думала, реально его потеряла. Я так счастлива, что теперь он со мной снова. Вот. Ну а теперь? Время третьего фотосета. Что ж, наверное, несложно догадаться, да, кого я делаю? Да, наверное, несложно. Да, сегодня будет земелька. Уху, наконец-то я ее доделаю уже. И даже не одна, но я пока не буду раскрывать, кто же будет вместе со мной. Слава богу, фотосет будет возле дома, а не как я думала. Даже наоборот, круто. И вообще прям я довольна. Очень-очень. Еще один клевый день. Да, конечно, я пришла на фотосет. Смешная шутка. Я пришла смотреть мультики. Солнышко! Солнышко, 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 солнышко. Лето! Лето, наконец-то! Вот так и вокруг меня. Дичь, конечно, полнейшая. Фотосет в домашних условиях. А все же как-то пошло не в то русло в итоге. Я теперь немножко поцак, еще и не земля. Я, короче... Напишите в комментариях, на кого я похожа прямо сейчас. Вот пишите в комментариях, я обязательно все почитаю и выберем самый лучший вариант. Я сделаю закос на него. Что ж, а на этом мои фотосеты закончились. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока и всех люблю. Все, блин. Тихо.